большие города, пустые поезда. Бедные дети, они теперь обречены расти толстыми, ленивыми и слабыми. Большие города, пустые поезда. Все начинать сначала. Весь у вас того ездить. Свобода. Первый раз в жизни вижу Тушинскую в таком состоянии. Вот настоящий апокалипсис. Разгар дня, метро Тушинская. Обычно в это время здесь яблоку негде упасть. Мне просто весело. У меня прямо состояние эйфории от этого зрелища. Это семейные места, где вдвоем можно. Будьте вежливы, лучше пройти места инвалидов, приятный бонус. Апреля мне довелось принять участие в работе над созданием нового фильма для канала РЕН-ТВ. И было бы непростительной глупостью не воспользоваться случаем и не запечатлеть для истории то, как меняется наш мир. Мне хотелось передать атмосферу большого города, чтобы люди в самых отдаленных уголках страны могли увидеть Москву такой, какой ее не показывают с экранов телевизоров.
Признаюсь, это довольно тягостно, спрашивать разрешение на то, чтобы просто пройтись по улицам города. Пропуск можно получить только 2 раза за 7 дней. Да еще и каждый раз нужно объяснять, зачем именно он тебе потребовался. Оказаться в оккупации на собственной земле не совсем то, на что мы все рассчитывали. Нашим дедам и прадедам было куда легче. Они знали, что враг наступает с запада и оккупирует нашу территорию, которую необходимо освободить. Теперь все иначе. Оккупация случилась внезапно, и никто на нас вроде бы не нападал. Или все-таки нападал? Кто-то же заставил наше правительство отчаянно врать про некий коронавирус. А ведь он появился не вчера. Всего 3 недели назад во всех справочниках было написано, что коронавирус был открыт в 1965 году. Но 4 апреля 2020 года кто-то изменил статью в Википедии, и теперь там содержится совершенно другая информация. Горячим головам не имется. Они не пытаются даже сложить 2 + 2, чтобы понять, не правительство России виновато в сложившейся ситуации. И для справки, штрафы до 600 евро в Испании, до 5000 в Италии, до 1000 долларов в Калифорнии, а в Индии, Аргентине до 3 лет тюрьмы. Правительства охваченных пандемией стран используют все меньше слов и все больше цифр в борьбе с нарушителями карантина. И наиболее жестким остается Израиль, города которого патрулирует армия, а дроны и камеры знают нарушителей в лицо. Репортаж Сергея Пашкова. С утра на израильских трассах патрули. Выезжать можно лишь на работу тем немногим, чья деятельность считается общественно необходимой. Можно в магазин за продуктами, в аптеку за лекарствами и, пожалуй, все. Прогулки ограничены 100 метрами возле дома. При обязательной дистанции нарушителей ждет внушительный штраф. И наши заклятые друзья англосаксы с евреями также ни при чем. Все страны мира оказались в одной тюрьме. И ситуация в других странах куда более трагичная, нежели у нас. Обвинения масонов и прочих «тайных» в кавычках обществ выглядят просто смешными. Они-то как раз несут самые ощутимые потери. А это значит, что в управление вмешалась некая третья сила, которая выше правительств и тех, кто реально правил миром до сего момента. Выше неправительственных международных организаций, таких как ООН, Всемирная организация здравоохранения, Всемирный банк реконструкции и развития, ФРС и другие. Земля устала от нас. Она не в силах больше терпеть издевательства над собой. И, вероятно, дает нам шанс, чтобы мы исправились по доброй воле. А в противном случае она нас просто стряхнет с себя и будет права.